16 марта в Медицинской академии имени Георгиевского Крымского федерального университета состоялось предварительное совещание администрации КФУ с представителями Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Пришли к тому, что данный проект он может быть реализован на базе федерального университета, о том, что он должен совмещать не только медицинскую деятельность, но и научные исследования, связанные с клиническими испытаниями, с разработкой радиофармпрепаратов. И это все позволит как раз обеспечить загрузку дорогостоящего оборудования максимально эффективно. Почему здесь? Потому что здесь очень удачно соединились и научные разработки вот на базе медицинских факультетов, и потребность, в общем-то, населения в проведении такой диагностики. То есть мы видим здесь объединение научных сил, практического здравоохранения вот в такой очень правильный сегмент. В ходе мероприятия ректор Крымского федерального Сергей Донич обсудил с коллегами из Москвы стратегию дальнейшего сотрудничества, которое будет направлено на внедрение в крымское пространство медицинских ядерных технологий. На сегодняшний день самое главное, у нас выделены средства на проектно-сметную документацию. Мы должны освоить эти средства до конца года, провести тендер на ту организацию, которая выполнит это. И со следующего года уже осваивать деньги федеральной целевой программы, которые предусмотрены бюджетом Российской Федерации. Создание данного центра откроет безграничные возможности перед студентами. И такая кооперация, она будет, безусловно, важна для Крымского университета, потому что выпускники получают гарантированные, во-первых, рабочие места, потому что здесь создаются, собственно, подразделения, где можно сразу идти работать, не уезжая, собственно, из дома. А во-вторых, такое сотрудничество, оно предполагает такое взаимодействие, или, как там по-научному говорят, коллаборацию, когда можно будет направлять отсюда на стажировки в ведущие вузы, входящие в Курчатовский институт, в Курчатовский институт людей, да, обучать их и возвращаться уже сюда с полным пониманием мировых тенденций, куда двигается наука, куда двигаются эти специальности. И, соответственно, вот таким образом здесь на базе университета будут создаваться кадры, высококвалифицированные кадры, которые будут обеспечивать экономику Крыма.